Помада пропала, блеск не подходит, а спешка мешает сделать идеальный мейкап. Когда хочется опустить руки, возьми косметику антистресс. Мы приготовили для тебя лучшие идеи. Растягивай блеск для губ, играй с румянами и преврати ЭЛС в настоящий дискошар. На куколку напала грусть. Может, она подцепила вирус расстроенных чувств? Косметика ее не радует. Она отказывается даже от своих любимых бальзамов ЭЛС. Это серьезный синдром. Нужно действовать по-другому. Попробуй добавить немного блеска в окружающую флору. Перед ЭЛС дискошаром подруга точно не сможет устоять. Контейнер бальзама ЭЛС тонируем серебристой акриловой краской. В центре крышки делаем углубление с помощью горячего носика термопистолета. И вклеиваем кольцо для брелка. Маскируем клей краской. Оклеиваем ЭЛС стразами с помощью суперклея. Используем камни разных размеров. Подвешиваю блестящий дискошар на соседнюю ветку. Пусть куколка сама его найдет. Ну-ка, посмотри, что это там блестит в кустах. Подруга находит неожиданный подарок. Откуда он здесь взялся? Может, это феи захотели устроить дискотеку? Какая прелесть! Дискошар с начинкой из ЭЛСа. Вот это урожай! Главное, что настроение подруги вмиг улучшилось. Блонди в поисках еды. Но квест «Найди себе перекус» провалился. На кухне не осталось ни крошки. Придется садиться на овощную диету. Как хорошо, что у куколки оказался припрятан желанный десерт. Упс, кажется, вкусняшка хочет сбежать с тарелки. Блонди не вынесет этой утраты. Спокойно, подруга, я тебя разыграла. Это всего лишь мягкая пудра. Берем сквиши в форме тортика, делаем в нем разрез посередине, немного не до конца. Вкладываем внутрь пудреницу, вырезаем для нее углубление в центре и вклеиваем внутрь. К крышечке приклеиваем верхушку торта. Куколка раскрывает мягкий торт. Хватит лить слезы, Блонди! Лучше подправь тон с помощью пудры. А расслабить нервы можешь с помощью сквиши. И руккола на обед не покажется тебе такой плохой идеей. Объявляйте тревогу, звоните в службу розыска косметики. У куколки пропала ее любимая помада. Все, день испорчен. Где же она? Но внезапно куколка находит другое сокровище. Косметичку антистресс. А в ней пропажа дня. Ее любимая помада. Кажется, кто-то умело заметает следы. Переносим рисунок антистресс на лист белого фоамирана. Продавливаем узор стеком с тупым концом. Наводим продавленные контуры на фоамиране черным перманентным маркером. Раскрашиваем рисунок фломастерами. Оклеиваем прямоугольный пенал двусторонним скотчем. И приклеиваем фоамиран. Лишнее отрезаем. Блонди возвращает помаду в необычной косметичке. Это должно отвлечь куколку. Просто бери яркие фломастеры и раскрашивай оригинальную раскраску антистресс. Сделай красивый макияж не только себе, но и своей косметичке. Блонди заскучала. Ее не интересуют ни кофе, ни последние новости. Ни люди вокруг. Неужели это начало стресса? Я не могу такого допустить. Вот тебе тянущийся блеск антистресс. Приготовим лизун, смешиваем канцелярский клей и розовую акриловую краску. Добавляем половину чайной ложки геля для стирки персил. Замешиваем лизун, посыпаем содой, чтобы он не лип к рукам. Кладем лизун в чистый контейнер от блеска для губ. Блонди открывает блеск. Что за масса? Может, блеск испортился? Губы им точно не накрасишь, а вот настроение он поднимет. Тяну розовый блеск в разные стороны. Он похож на жвачку. И если на него подуть, можно надуть пузырь. Отличная вещь, чтобы избавиться от стресса. Блонди уснула на природе. Сон на свежем воздухе действует умиротворяюще. А вот у куколки есть другой антистресс. В ее косметичке найдутся румяна Орбис. Разноцветные шарики Орбис заливаем водой.
оставляем разбухать на несколько часов. Когда шарики увеличатся в размере, перекладываем их в баночку от румян. Перебирать гладкие прохладные шарики Орбис так приятно, а яркие цвета поднимут настроение, и естественный румянец вернется на щечки. Блонди резко просыпается. Ей приснился кошмар, будто она пришла на свидание не накрашенная. Она даже не подозревала, что так крепко уснула. Ужас! Нужно срочно подправить макияж. Трясущимися руками Блонди пытается достать своих бьюти-помощников. Да, губы явно получатся неровными. Для начала подруге нужно прийти в себя. Вот возьми мой тональный крем с успокаивающим эффектом. Тюбик от использованного тонального крема разрезаем и чистим изнутри. Прозрачный лизун насыпаем блестки и бульонки. Разминаем его и вкладываем лизун в тюбик. Разрез заклеиваем с помощью термопистолета. Вместо тонального крема Блонди выдавливает из тюбика блестящий лизун. Это же косметическая магия! Он такой забавный, так смешно тянется! Блонди совершенно забыла о спешке. А куколка тем временем помогает подруге подправить макияж. Теперь она смело может отправляться на свидание мечты. Красивая и спокойная. У куколки сложная задача. Как выбрать тени нужного цвета? Глаза разбегаются. А вот у Блонди нет никаких проблем с решениями. У нее есть спиннер, который сам делает нужный выбор. Приготовим три маленькие прозрачные баночки с крышками. Насыпаем в каждую тень из разбитой косметики. Утрамбовываем их спиртовыми салфетками. Приклеиваем контейнеры на спиннер. Блонди раскручивает свою косметическую рулетку. Победит тот цвет, который окажется сверху. Все просто. Долой муки выбора. Доверимся судьбе и спиннеру. У куколки есть специальные гибкие косметические кисточки. Они гнутся во все стороны. Расслабим руки, чтобы сделать ровные стрелки и хорошо растушевать тени. Подготовим одинаковые верхушки поломанных кисточек для макияжа. Тонкие палочки термоклея с глиттером разрезаем. Нагреваем один конец и приклеиваем наконечник с кисточкой. Гибкие кисти и тени спиннер составят отличный косметический набор. Теперь наносить макияж точно станет веселее. Превратим мейкап в веселую игру. У Блонди закончилась любимая помада. Как тут не расстроиться? Хорошо, что у куколки есть новая. Она пригодится подруге. Но этот цвет совсем не подходит Блонди, слишком розовый. Куколка спешит успокоить подругу. Эта помада не для губ, а от нервов. Она поможет размять пальцы и успокоиться. Приготовим пустой тюбик от помады. Разминаем розовый воздушный пластилин. И скатываем из него помадный стик. Вклеиваем стик в тюбик. Закручиваем помаду и отрезаем нужную высоту. Формируем скос пальцами. Блонди разминает помаду, сплющивает, скручивает. Кто бы мог подумать, что это отлично снимает стресс. А чтобы накрасить губки по-настоящему, у куколки есть обычная помада. Можешь спокойно подправить макияж. Похоже, у кого-то слишком много свободного времени. Куколка кружит вокруг Блонди и требует внимания. Может, она проглотила батарейки? Энергии подруги хватит, чтобы осветить весь дом. Она даже прошла краткий курс по жонглированию, пока ураган по имени Куколка не разнес всю кухню, отвлеку подругу необычным Айлсом. В контейнере от использованного Эоса вырезаем решетку. Используем раскаленный нож. Вставляем внутрь мячик-попрыгунчик. Куколка не сразу догадывается, что это за странный Эос. Да это же веселый попрыгунчик. А она то моментально включается в игру. А я тем временем могу спокойно вернуться к готовке. Понравились наши идеи? Тогда пиши в комментариях, какую антистресс-косметику ты используешь, чтобы успокоить нервы. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые антистресс-идеи на канале Трум-Трум.